сейчас попытаемся разобраться в дебрях Википедии. Я вообще-то часто данную штуку читаю, чтобы вам рассказать не то, что россиянину обыкновенному приснилось. И вот про Subaru Impreza почитать-то пришлось. Так вот, в 1992 году в подразделении Fuji Heavy Industries было решено заменить угловатые Леоны надеждой на будущее. И это стал Subaru Impreza. Та-то машинка отпахала 23 годика. И это 21 год с успехом то держится. И мы не будем вам говорить про VRX и прочее американское чудо. Остановимся на EJ15. Обыкновенном оппозитнике о четырех горшках. Если бы вы были в магнитке, то есть вот такой девайс. И сняли мы его 10 лет назад. И ездит-то он до сих пор. Лупанули его конкретно, но он ездит. То есть понятно, что в ряду маловитражек японских эта чудесная машина крутится до сих пор. Можно, конечно, долго расхваливать не самый обслуживаемый оппозитник, но впечатляет то, что все движки работают. Я не знаю, как там с кризисами, но импрезы покупались по всему миру. А в Японии к этому чуду присобачили коза. То есть приделали характерный для своего времени самурайский обвес. Я бы точно купил эту тачку. Она есть в городе одна. И мне просто супер как нравится.